Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно и не кидайте свои пальчики, да. Я сажаю алюминиевые огурцы, на презентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле три чукотских мудреца твердят, твердят не без конца. Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат труда. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле злое белое колено пытается меня достать. Колом колено колет вены, надежды тайно разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле скрепки, кнопки, клепки, дырки, булки, вилки. Все тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Друзья, всеми знакомые песни, я думаю, не стоит даже говорить о том, кто исполняет эти песни, кем они написаны, но и хочу сообщить о том, что сегодня мы обсуждаем трибьют-шоу группы Кино под названием «Симфонические огурцы». И у нас в гостях участники трибьют-шоу группа «Солнечные дни». Это Игорь Соколов, солист, и Юрий Шиян, гитарист. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вот как раз то самое трибьют-шоу, когда исполняются только песни группы Кино. А в каком формате они исполняются? Я слышал, что он при участии симфонического оркестра каждый раз. Как пришли к такому вот исполнению таких песен? Как пришли к этому исполнению? Постепенно. Постепенно, да. С годами. Как заинтересовались непосредственно группой? Это вот чисто Кино, вот это вот основное то, что вы играете, я так понимаю. Ну, есть своя музыка, но это уже отдельная тема, а Кино. Проект существует именно трибьют проекта, да, не с оркестром. Существует с 89 года. А когда первый раз вышли на сцену с проектом вот в таком масштабе? Практически год назад, вот прямо в вашем городе у нас родился этот проект. То есть... В смысле, первое выступление как бы состоялось как раз в вашем городе. Но помимо города Новосибирска, я так понимаю, концерты были во многих городах. Ну, и... В течение года уже мы покатались, да. И вот недавно совсем, буквально вот чуть больше месяца, да, у нас был концерт в Кремле, в Государственном Кремлевском дворце. И буквально вот недельку назад мы ездили в Санкт-Петербург и выступили тоже в легендарном месте ДК Ленсовета, где, кстати, участвовала группа Кино, непосредственно сам Виктор Цой и многие другие участники ленинградского андеграунда. А как прошло выступление в Кремлевском дворце? Отлично. Как зрители? Кто? Зрители, это нужно было видеть, но у нас в ближайшем время скоро выйдет, сейчас на доработке, фильм-концерт, который мы все-таки, надеюсь, получится пустить на телевидение. Вот, и люди это сами все увидят. Сами все прочувствуют и увидят, что там творилось и как это происходило. Но вообще мы всех всегда приглашаем на наши концерты. Какие песни вошли вот именно в концертную программу? Я так понимаю, время всегда ограничено, песни, там песни. Час условно. Да сколько, нет, у нас два часа. Мы делаем либо с антрактом, ну, либо без антракта. Там есть разные ситуации.
Вот, у нас получается... От чего зависит? Если пляшут, танцуют, поют, то без антракта, значит, живые люди. Обычно с антрактом. Ну да. Ну, как бы программу тоже строят люди, которые непосредственно этим занимаются. Наше дело как бы выходить, делать свое дело. У каждого свои дела. У каждого своя работа. Скажите, а симфонические оркестры, с которыми играете, это вот как привезенный с вами, или каждый раз это новые города, новые представители городов? В каждом городе свой симфонический оркестр, но в основном те оркестры, вот, с которыми мы уже как бы сотрудничаем, да, и работали уже, как бы люди проверенные. Но я так понимаю, все равно это такая переходящая пальм первенства от разного города к одного города к другому. Как сыгрываетесь? Потому что, я так понимаю, времени немного, приезжаете... Ну, это все в процессе происходит, как бы. Музыкант музыканта всегда понимает, как бы это несложно. Если мы уже видим, что есть интерес с нашей и с их стороны, как бы это все получается единым целым, естественно, на... публике на концерте это уже видно, как она отражается и как народ воспринимает, как людям это нравится. Все, ну, пока вот у нас все идет замечательно. А, скажите, вот чтобы создать неповторимую атмосферу вот как раз концерта, посвященного группе «Кино», вот что для вас самое главное? Вот, может быть, в эмоциональном плане, в картинке? Ну, это уже больше как бы от нас зависит. Мы хотим создать именно не то чтобы шоу, да. Шоу, конечно, оно присутствует, плюс оркестр, да, как это уже есть шоу, музыка, кино с оркестром, это уже шоу. Угу. А именно вот сценический образ, мы не стараемся подражать там музыкантам, да, подражать именно. Вот. Единственное, что мы стараемся именно вот в сценическом образе, да, донести атмосферу тех времен, того времени, ну, тех людей, которые не попали на концерты, допустим, «Кино» и «Цоя». Вот. А, наверняка есть из песен «Цоя» какая-то любимая своя, вот, которую больше всего нравится исполнять, под которую, может быть, заставляет зрителей плакать, аплодировать, подпевать. Кстати, поют на концертах? Поют, конечно, и поют, и танцуют. И это очень, на самом деле, идет такое... Это очень приятное, то, что люди с нами вместе и танцуют, и поют. Получается такой обмен энергетикой своеобразный, да? И когда это все происходит... Не знаю, но это непередаваемое ощущение. А, давайте напоследок, чтобы, возможно, те, кто не особо слышали группу «Кино», так сказать, проснулись и еще раз покорились этой музыкой, этой атмосферой. Ура! И все бегут
окна видна даль. Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить не дужить. Так откуда взялась взялась. Печаль.